Здравствуйте. Вы позвонили в редакцию программы «Итоги года» с Путиным. Звонок бесплатный. Если вы хотите задать видео вопрос президенту, вы можете зайти на сайт москва-путину.ру. Если вы по-прежнему хотите задать президенту вопрос по телефону, назовите свою фамилию, имя, отчество, регион, из которого вы звоните. Задайте свой вопрос после звукового сигнала. У вас есть одна минута. Добрый день, Владимир Владимирович. Город Москва на связи, и я, Вадим Линчук. Такой вопрос. Вы как-то высказывались, что либеральная идеология жила себя. Значит, а по сути у нас-то в государстве российском либеральная идеология, она прописана, так сказать, в первой главе Конституции, где самая главная ценность государства прописана, это права и свободы. Это и есть либеральная идеология. Также государственная идеология запрещается по 13 статье. То есть такое небольшое противоречие тут. Немножко. А вы говорили еще ранее, значит, что идеология должна быть патриотизма. Вот вам вопрос, Владимир Владимирович. Когда у нас будет прописана идеология патриотизма? Спасибо. Ваш вопрос записан.